Жителей дома по улице Гагарина уже второй год терроризирует или терроризирует неизвестные. Все началось 2 года назад, когда на двери одного из жильцов стали появляться вот такие послания. Сам же владелец квартиры никак на эти сообщения не реагировал до того момента, пока его дверь не начали поджигать на постоянной основе. После этих случаев соседи начали беспокоиться за свое имущество. Однако владелец квартиры продолжал игнорировать такого рода послания и угрозы. И на вопросы нашей съемочной группы отказался отвечать. Где я живу, все знают. А мы говорим, что ты не живешь. Сереж, ты? Пожары воспроизводят как хозяину. А эти праздники у жильцов дома номер 42 по улице Гагарина выдались жаркими. Приблизительно в 4 утра 9 мая одну из дверей в подъезде подожгли. Проживающая в той квартире семья с двумя маленькими детьми сразу же обратилась в полицию. Но поддержки от правоохранительных органов жильцы не получили. Подожгли мою квартиру, мою дверь. Вот. Где-то был поджог в 4 утра, вызвали милицию, потушили, конечно, мы своими силами, но запах гари был очень ужасный. У меня 2 малолетних детей, у меня 3-месячный ребенок, так что эта ситуация нас очень ужаснула, потому что я боюсь за детей. Писали в милицию, писали заявление. Вот. Нам приходит ответ, что нет доказательства, нет улик, мы не будем рассматривать и закрывают наше заявление. Во время разговора нашей съемочной группы с жильцами дома владелец квартиры отказался давать какие-либо комментарии по этому поводу. За него высказались его соседи. Записки появлялись регулярно с требованием там отдать какие-то деньги. То, что если не отдают деньги, там действительно была такая записка, то, что будет гореть весь подъезд. Ну вот что, в принципе, происходит. Уже не знаем даже, что думать. Что говорить, кто. Притом все это совершается действительно ночью, когда люди либо спят, либо кто в ночные смены там работает. То есть толком свидетелей никаких. Только вот фиксируем факт наличия поджогов. Как удалось выяснить, законный владелец квартиры отрицает любые обвинения и, по словам его соседей, сам обращался в полицию, но никаких документов, подтверждающих его слова, никто не видел. Жители второго подъезда дома номер 42 по улице Гагарина не могут спать спокойно, зная, что их жилье находится в опасности и уже дежурит по ночам, надеясь выследить неизвестных или неизвестного поджигателя.